Давать надо.
нужно улыбаться, потому что все будет хорошо. Типа вот туда. Сунули. Вот подразделение. Видите, здесь есть ящик, который мы должны найти. Я не вижу. Ящики. Ну, ящики. Все это должны найти. Ну. Вот. Все. Окей. Окей. Науги. Науги. Вот. Вот. Все. Битлер какой-то. Битлер какой-то. Через 2 часа 12 минут дадут нам бесплатный ящик с припасами. Каждые 4 часа. Ставите будильник и дожидаетесь. Такая прелесть, а не игрушка. Главное, не нужно в рейтинговых боях участвовать, и все у вас получится. Получайте бесплатные эти штучки. Какие штучки? Ну, вот эти вот. Эти. Сброс припасов. Каждые 4 часа. Становитесь суперкуперами. Вот такими вот фиолетовыми. И все. 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 И не нужно вот это вот ранговые сражения. Там прокачанные донатики. Вот это нажимаете без всякой нервотрепки. Погибаете. Так, без нервотрепки. Без нервотрепки, конечно, не получится. Потому что здесь тоже проигрываешь. Как это все равно что. Видите, что творят. Нашими супер подразделениями. Супер-пупер. Опер. Подразделениями. И туда побежали. Если бы серединки поставить. Упс. Так, и туда тоже. Немножко клюшечку. И сюда тоже. Сюда. Так, победа. Здесь решает фиолет. И скромность. Вот фиолетовые собирайте вот эти. Вот такие вот. Фиолетовые или сиреневые. Кто их знает? Фиолетовые. Каемочка фиолетовая. Эти. Фиолетовые. Вот эти вот штучки. Собирайте вот такие вот фиолетовые. И все. И играйте в учебные сражения.
И покупайте иногда вот эпический фиолетовый. Здесь покупайте все. Господи! Запрашивайте в своем альянсе. Запросите единицу. Запрашивайте так. Указывайте, что вам требуется. Какие именно единицы вы хотите заказать? А, здесь фиолетовые нельзя заказать. А, ну ладно. Сражение. Вот ранговые. Ранговые, не надо вам ранговые сражения. Вы хотите проигрывать? Ну, зачем вам это? Зачем? Зачем вам платить? Хотите платить за игрушки? За игрушки вообще грех брать деньги. Николай Чудотворец, святой Николас, игрушки раздавал детям бесплатно. Еще, что он еще сделал? Он спас детей, которых хотели живьем засолить в бочке. Ужас. Вот нравы были какие, просвещенные Европе. Вот такие были нравы. Засолить, понимаешь, ребенка, как будто так и надо. Двое сюда, один туда. Сюда двое, один туда. Туда двое. Сюда двое, туда двое. Туда двое, один сюда. Сюда двое. Один сюда. Ну, понеслась. Сейчас их обстреливать будут. Ох. Гранатометчик, гранатометчик. Взять. Опс. Вот так. Ну, и сразу вам легче будет. 3-0. Правда, это легкий вроде бы этот. Да. Раз на раз не приходится. Как карта ляжет. Это вам не это. Это рандом. Рандомизация. Рандомная рандомность. Ух, что-то они своего пугнули, но на это нам не помогло. Нам это не помогло. А почему не помогло? Вот сейчас опять не поможет. Так, а может это его брод? Маленький танчик, да? Ну и наших тоже. Он уброду. Иска. Против этих. И вот этот. Огнеметчик. Бух. Все. Уничтожил. Врагов советской власти. Так. Опс. Упс. Упсики. Упсёночки. Упсята. Упс. Всё. Вот так. Так, это тот 70 был, этот 100. 100 звёздочный. И теперь опять 100. Поехали. С орехами. Сразу на подмогу бронетранспортер с человечками. И сразу, ну, угробили наш танк. Пехотинцы угробили. Гады. Пехотинцы гады угробили.
Интересно. А, вот это сюда надо. Вот сюда. Пунк. Ну, сейчас стебанет. Стебануло. Так. Опс. Опс. Бонус. Ничего, бонус. Ничего, бонус. Но... так, это сюда. Это... сюда. Так, сейчас он у нас... Так. Так. Сейчас они нас угробят. Мячик. Машина пехоты. ДТРП. Ай, зараза. Так. Вот зараза. Да. Против них только огнемет. А может. Так. Ну уже. Ну, зараза какая. Вот видите. Я же говорю, раз на раз не приходится. Этот якобы легкий. Якобы. Ну. Это. Что у нас тут? Ангар. Пулеметчик против пехоты. Ну. Упс. 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 Поехал. Так, чтобы нам сюда-то. Сюда-то. Это поможет. Выполнить чего-то там. И это поможет. Это тоже поможет. Зараза.
неплохо. Да. У нас кто был? 70. 70. 70. Ну, то полковнику проигрываем, то у сержанта выигрываем. Раз на раз приходится. Но минометчик, пулеметчик, фалс-патронщик. Здесь один мячик позарез нужен. Позарез. Сейчас собьют нам наш цель, сволочь. Мерзавцы. Паразиты. Навязались на нашу голову. Но! Так. Ну, опять что-то 120-звездный генерал не хочет с нами сражаться. Почему-то. Почему он не хочет, непонятно. Ну, не хочет. Ну, не хочет, не хочет. Мало ли. Насильно мил не будешь, как говорится. Насильно. Не будешь. Так. Так. Это не кровь. Это не кровь. Зараза. Что же мне здесь ставить? Но. Так. Зараза. Но. Ну все, продули. Продули. Продули, бородули. Ну, все. Гитлер капут. Поражение. Я же говорю, раз на раз не приходит. Вот, 70-звездному проиграли. Опять 70-звездный. Ну сколько можно? Мы любим выигрывать у 120-звездного. Не будем проигрывать 70-звездному. Почему так? Странно. Ну ладно. Так.
тоже. Но, блядь, пульнул пару раз. Даже неплохо. Так, это, ой, сейчас откроем от нас. Ууу, ну всё. Всё. Супер капут. Так, один бат. Вот. А. Это не очень действует, а не вот. Ну ладно. Так. Ты чё ты ещё туда повернулся? Зараза. Ну, спинку ему. Ого. Это бессмысленно. Материализует станок. Упс. Всё. Финита ля комедия. Опять этот бяк. Не успели нас убрать. Не успели. И... Еще разок. О, 120. Свистишь у дядечки. Беленький 120 свистишь. Но. Но. Так. Сюда. Друг. Очень долго почему-то. Ну что? А, только. Вот это нам нужно. Так. Я больше туда. Послать. Послать. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. Так. Так, так, так. Немножко отвлеклись, и это отвлечение нам может дорого стоить. Отвлечение. Это. О.
Вовремя танк не пошлёшь, и всё. Вот. Выиграли 120-звёздного адмирала, и всё. И на этом... Хочу... Вот можно играть. Можно играть в эту игрушку. Можно. Можно. Нормальная игрушка. А отзывы негативные. Молодцы. А у нас позитивно все. У нас позитивно. Вот и все. Нормальная игрушка. Можно играть. Еще бесплатно дают всякие штучки. Прибамбасики. О, какие-то прибамбасики. О. Каждые 4 часа бабах! Сброс припасов. И за 8 часов накапливается 2 ящичка. То есть можете спокойно спать 8 часов. А потом кровь из носу. Пойти в игрушку и забрать свои припасы. Это, по сути, карточная игра. О, прелесть какая. Прелесть. Вот. О, ну, сделай тете ручкой. Дяде сделай ручкой. Сделай. О. Вот. Видите? Сделал вам ручкой. Молодец. Еще раз сделай. Тете ручкой. Дяде ручкой. Ну, делай. Делай. А, молодец. Ай, молодец. Ну, ладно. Все. Это серьезная игрушка. Для серьезных ребят. И девушек. О, видите, как делают ручки. Ничего. За те же деньги. Бесплатные. Все. Всем привет. И берегите себя.